Сбежавший из России юморист и пародист Максим Галкин заявил, что готов приехать в Россию и дать концерт, но за определенные требования, сообщает портал КП. До того, как артист стал негативно высказываться в сторону власти и спецоперации на Украине, Галкин был очень востребованным юмористом в России. Мужчина вел различные телепередачи и ни в чем себе не отказывал. За свое выступление год назад он требовал почти 10 миллионов рублей. После того, как артист сбежал из России, его рейтинги значительно упали. Галкин не раз говорил, что не вернется на родину, и на данный момент его все устраивает. Сейчас юморист утверждает, что если ему предоставят частный самолет, выделят охрану и собственного официанта, то он готов выступить в России. Артист попросил за свое выступление 100 тысяч евро, 6 миллионов 670 тысяч рублей.